Доброе утро! Время от времени можно и нужно баловать семью сладким завтраком, но при этом утренняя еда должна оставаться питательной и полезной. От творожного десерта с вишней и шоколадом и дети, и взрослые будут в восторге. Понадобится 200 граммов классического творога, стаканчик йогурта, 50 граммов молочного шоколада в плитке и ягоды вишни. Сначала займемся творогом. Я предпочитаю Брест и Тост классический. У него особенный домашний вкус и удобная упаковка. Выкладываем его в блендер. Туда же отправляем и второй не менее важный ингредиент – йогурт. Мне нравится оптималь. Он не содержит консервантов и обогащен бифидобактериями, которые нормализуют пищеварение. Теперь смешиваем два молочных продукта до получения однородной кремообразной массы. Шоколад натираем на мелкой терке и получаем крошку для украшения. Творожно-йогуртовую массу из блендера выкладываем в креманки. И украшаем тертым шоколадом. Сверху декорируем ягодами вишни. Всего несколько минут понадобилось на приготовление изысканного творожного десерта с шоколадом и вишней. Приятного аппетита! Мы использовали творог Брест-Литовск и йогурт Оптималь от Савушкин Продукт. Это натуральные молочные продукты из свежего коровьего молока. Я желаю вам наслаждаться каждым утром и каждым завтраком. Хорошего дня!